Всем привет! А у нас сегодня снег. Сегодня 30-е, чего у нас? Ноября. И сегодня в первый раз пошел снег. Причем пошел так довольно сильно. Вот у меня на волосах видны снежинки. Метет довольно хорошо, что, как мне сказали, очень необычно для этих краев. Но я счастлива. Как бы он на земле, скорее всего, не задержится, этот снег не будет лежать, но идет, метет, метель. Здорово. Я вообще сначала подумала, что шел дождь, я хотела вот пойти в магазин, смотрю в окно, думаю, дождь идет, и потом думаю, непонятно, то ли дождь, то ли листики мелкие из деревьев летят, а потом присмотрелась, думаю, мать моя, снег идет. Вообще прелесть. Круто. И воздух сразу такой вообще чистый-чистый. Вообще, когда снег идет, всегда воздух такой прям чистый, прям вообще прям легкий наполняет какой-то радостью, счастьем каким-то. Ну, не знаю, лично так для меня. Вот, делюсь с вами радостью.